Грязное помещение, мутное содержимое бутылок и низкая цена на элитные марки. В полицию обратились неравнодушные жители окраины города. Они сообщили о подпольной продаже алкогольной продукции на территории бывшего завода «Централит». Сбыт был организован в сторожке пункта по приему аккумуляторных батарей. Получить в хозяйственном помещении лицензию на продажу алкоголя невозможно, но клиентов заведения это не смущало. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили на реализуемых товарах признаки контрафакта, низкое качество полиграфии акцизных марок и отсутствие на них голограмм и специальных нитей. Сотрудники полиции пресекли незаконную торговлю и в ходе досмотра помещения сторожки изъяли 50 литров алкогольной продукции различных наименований. Образцы спиртного будут направлены на экспертизу, которая определит степень опасности содержимого подозрительных бутылок. Если будет установлено, что продаваемые напитки представляют опасность для здоровья, то наказание для нарушителя будет ужесточено. Ранее в данной сторожке уже пресекалась незаконная продажа алкоголя отечественных и зарубежных марок. Весь ассортимент был изъят. В отношении 40-летнего рязанца, занимавшегося продажей контрафактного спиртного, вновь составлен протокол об административном правонарушении.